Шесть человек утонули у берегов Турции в морском районе Мармарис. Трагедия случилась, когда переполненную лодку с нелегальными мигрантами перехватила греческая береговая охрана и пустила по течению. Именно так заявляют турецкие власти. По их словам, среди утонувших было два младенца. Еще пять человек числятся без вести пропавшими. По заявлению турецкой береговой охраны, мигранты пытались перебраться из Ливана в Италию. Греческая сторона категорически отрицает свою причастность к трагедии.